В нашем шоу есть самые разные жанры. И только здесь вы увидите таланты из 5 стран Центральной Азии сразу. И один из таких – Чингиз Ибрагим, Казахстан. 18.05. Да. Но если я щелкну пальцем, внимание, раз, два, три, четыре, пять, отматываю время на… 18.58? Да. Отматываю время назад на 17.58. Но самое интересное, я отмотал время не только у себя в телефоне, но и у вас на телефонах тоже, можете проверить, убедиться в этом лично. И не только у вас, у всех, кто сидит в этом зале, у всех, кто находится в этом зале, время отмоталось назад. Это настоящий волшебник. Это не иллюзионист, Чингиз – волшебник. И сегодня я знаю, что мы опять-таки будем в шоке. Я очень рад, что оказался в полуфинале. Очень долго готовились, команда работала, было очень сложно. Путь был долгий и сложный. Вот, и, наконец, я сегодня тут. Очень счастлив. Ты вроде приходишь заряжать людей впечатлениями, эмоциями, ну и ты сам получаешь какую-то отдачу от зрителей, эмоции, аплодисменты, и ты чувствуешь, что твои репетиции, твои подготовки ночами, все не зря. Ты получаешь энергию и сам заряжаешься. А Central Asia's Got Talent дает шанс показать себя с твоей профессиональной стороны. Ты чувствуешь, что тебе нужен какой-то масштаб. Тут ты получаешь это ощущение. Понимаешь, что вот время пришло, ты готов, нужно достичь чего-то большего. С родственниками общаюсь. Не часто, но поддерживаю связь, очень хорошие люди. Поддерживают меня, и я их поддерживаю. Не хотелось бы про родителей разговаривать, но я не общаюсь с ними, я не особо знаком с ними вообще. Но они развелись, когда мне было 3, и мама, и отец не хотели, наверное, со мной возиться. Так получилось, что оставили бабушки с дедушкой. А если бы, наверное, так не получилось, я бы не оказался сейчас здесь, наверное, возможно, не стал бы, кем сейчас являюсь. Все это сделало меня сильнее только. Привет, Чингиз. Мы поздравляем тебя с проходом в полуфинал. Мы посмотрели твое выступление, нам очень понравилось. И от лица всех фокусников мы желаем тебе удачи! Очень приятно получать такую поддержку. Даже их, если нет сейчас рядом, то я чувствую это. Чувствую это через экран, чувствую это здесь. Похоже, что фокусники в нашем шоу нашли универсальный язык обращения к зрителям. Они их шокируют. Чингиз Ибрагим готовится показать настоящую магию на сцене Central Asia's Got Talent.
Чингиз Ибрагим, Казахстан. Спасибо. Мне кажется, все до сих пор под впечатлением. Ты сам доволен своим выступлением? Доволен. Все получилось? Все получилось так, как нужно было. А вы как думаете? Ситора, как выступление нашего полуфиналиста? Ты у нас спец по фокусам. Ну, для начала я бы хотела сама тоже лечь на этот стол и почувствовать, как меня разделяют на две части, катают мои части по сцене, а потом опять собирают. Это, конечно, было круто. Я пыталась разглядеть секрет вашего номера, но мне не удалось. Вы меня прям поразили. Спасибо. Спасибо. Чингиз, я хочу поблагодарить за то, что многолетний труд ты сегодня в итоге решил продемонстрировать именно здесь, на сцене нашего шоу. Значит, вы ушли со сцены. Был один очень важный момент. Я следил за ногами. Ноги шевелились, дорогие друзья, да. И в зале прямо у всех так... Это было очень круто. Классическую историю с разрезанием женщины на две части ты сегодня превратил в нечто особенное. Браво. Благодарю. Он смог нас удивить, и это очень здорово, это очень большой титанический труд, вот, он у тебя получился, но теперь остальное судить зрителям по их голосованию. Спасибо большое.